то мы город увидели, смотри. Я ничего не вижу. Ты смотрю. Прямо смотри. Я смотрю, как ты едешь. Круговое движение. Третий съезд. Приготовьтесь, через 600 метров круговое движение, второй съезд, затем поверните налево. Так, через 600 метров. Второй съезд, а он сказал тогда третий съезд. Вот сейчас он сказал второй съезд. Сейчас он сказал второй съезд. Сейчас будет еще круг. Вот. А тогда он через 400 метров круговое движение, второй съезд, второй съезд. Затем поверните сейчас налево. Сейчас. Второй съезд. Затем налево. Смотри. Круговое движение, второй съезд, затем поверните налево. Поверните налево. Опять не туда. Сейчас, даже. Как туда? Слушай, может... Через 300 метров крутой поворот налево. Может быть, заедем сюда? Давай. Выключи пока. У нас будет с тобой через 300 метров крутой поворот налево. 10. Черт, я знаю, что значит трудно. 85, 85. Ну ладно, ты выходи пока. Все, поехал. Угу. Могу ехать. Ну пока еще не дал мне этого курсора. Это, наверное, у светофора надо. Ну что, включить и выключить, что ли? Надо, не уже едет. Нет, я смотрю, не делается стрелка. Да, стрелка не делается. А, стоп, все. Сейчас. Скажи мне пару ласков. Здесь может быть нет. Вы ушли с маршрута. Вернулись. Мы же сюда ехали. Тогда что? Уже другой он построил. Да? Ну да, видишь, какой-то крутой сам. Прямо, да, ехать? Сейчас, подожди. Вот смотри, Сергей. Ну прямо я. Прямо, пока да. Через 2 километра что ли? Приготовьтесь, через 1 километр 900 метров круговое движение, второй съезд. Thank you.
А, в них красный, да. У меня красный. Все красное. И людям красные. Через 350 метров круговое движение. Второй съезд. Круговое движение. Второй съезд. Какая-то заправка здесь. Это тоже авто, что ли? Никого тут нету, да. Вот, считай. Раз. Правильно? Да. А это два. Да. Через 250 метров круговое движение. Второй съезд. Второй съезд. Так, это, наверное, первое. Это продолжайте движение. 3 километра 500 метров. Там тоже будет круг. Сколько? 3 километра? Да, 500. Ну, уже 3-4. Сюда заехали из-за чего? Из заправки, да? Нет, мы же сошли с маршрута, наверное, нас сюда понесло. Понятно. А сейчас мы это исправляем. Смотри, за нами вереница. Да. Через 1 километр. Через 600 метров круговое движение. Первый съезд. Первый съезд — это самый хороший. Значит, направо. Через 600 метров круговое движение. Второй съезд. Я тебе говорил, да? Угу. Что я когда смотрел карту, это просто конец света. Через сколько? Через 400 метров круговое движение. Второй съезд. Доезжаем.
движение. Второй съезд. Продолжайте движение. 3 километра 400 метров. Через 3 километра круговое движение. Второй съезд. Сколько до Парижа? 369. А было? Когда? Ну, ты не помнишь уже, да? Ну, просто я смотрю, насколько мы сократили. Диапазон К. Тут скругает. Да, Сереж? Так, 1,5 километра до круга. Сейчас круг. И что там? Через 700 метров круговое движение. Второй съезд. Через 650 метров круговое движение. Сюда? Первый съезд. Вот сюда. Еще круговое движение. Через 450 метров круговое.